Все, ребята, вы чувствуете себя хорошо в этом коридоре смерти. Замечательно. Поприседал, поджимался. Отлично чувствую. День третий. И добро пожаловать на личное прохождение Alien Isolation с Рич Маквудом. Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. Добрый вечер. Оно там. Зачем ты грызешь это все? Я вижу, как что-то, что-то там впереди есть. Или ест. Я не уверен. Ну, если ты видишь, что оно впереди, то... Они вылупились. Максимум твоя конечность. У тебя есть фонарь? Фонарь. Где? Да нет у меня фонаря. Плохо. Потерял. Береги свои вещи. Револьвер, патроны. Нет, у меня потерялся мой фонарь. Нет его. Так, ну смотри. Там вдалеке, наверное, проход. Ну, наверное, нам туда, да, надо, да. И есть револьвер и 7 патронов. И чем дольше мы тут стоим, тем, в общем, фигня какая-то. А! Шо? Где? Они ползут к нам. Они ползут по стенам. Вперед, вперед. Они ползут по стенам. Ты что, с ума сошел? Кислота. Пока, Рич. Я за тобой. Ты за мной. Удачи. Отстаньте от меня, пожалуйста. Они за мной тоже. Уговорами не поможешь. Рич, иду, где иду, ты? Иду, я уже ползу по канализации, понятно. иди сюда. Знаешь что, наверное, не стоило их заманивать так далеко. Теперь... Стоило их расстрелять? Теперь, так что расстрелять? У меня 7 патронов всего, какой расстрелять? Я думаю, их не больше 7. А потом что делать? А потом что? Все-таки ты собираешься голыми руками? Думаешь, это полезно? Для здоровья может быть, конечно. Он один вверху сидит. Ага, идет к нам. Может залезть? Да, залезет, да. Куда он денется-то? Ты где, сволочь? Я не вижу, где он. А он тебя видит. Твою мать. Ты где, сволочь? Вон оно. А, он не может к нам сюда залезть. Тут уступ. Сейчас я попробую пальнуть. Отойди. Ну, давай. Есть. Пойдем. Готова радость. Я не люблю ходить возле яиц. Ну, он был не один. А я на яйцо спрыгнул. Там двое нас ждут, кстати, впереди. Сейчас. Ты их аж туда убил, ничего да, себе. Да, к двери, видишь, дверь открытая. Это место для людей. Вон они. Так, тихо. Не, это слишком подвижная цель. Ну что, снайпери. А чё он не идет на меня? Он куда-то переместился в другой угол просто, и все. А у него тоже своя тактика. Ты что думаешь, это же вояки еще. Он сверху сидит вот тут. Я так выстрелить не смогу. Он сверху сидит и замер. Можешь, давай. Все нормально. Там второй где-то есть. Это был подранок. Я добил. Чисто. Они могут за углами прятаться. Вон он, дорогуша. Уходим. Готовченко. Нормально, слушай, в глазик. Все. Ну, правда, у меня осталось 4 патрона. Но каждый из них попал в цель. Ты... прекрасно себя проявил. Благодарю. Один выстрел, один труп. Класс. Звуконепроницаемые двери. Держите их закрытыми всегда. Знаешь, это значит, что если мы их сейчас откроем... будет громко. Окей, черный, как там, чё? Что прошло, где, чё, как? Заходи, нихрена себе. Итак...
Как, это как, они называют как, реактором. Как мне тут что делать? А, тебе нужно потянуть... To pull a power discharge lever. Короче, потянуть рычаг, который разряжает энергию с каждой из четырех башен. Потом использовать консоль на главной башне. Звучит легко. Отправляюсь, говорит Рич. Ну давай, отправляешься, так отправляйся. Я, естественно, знаю, где все находится. Так, я пошел, все. Я пошел. Один из четырех на каждой башне, башня, башня. Ну, четыре башни. Активируем там рычаги. Тут андроиды по всей стране. Слушай, нам не обязательно с ними драться. Ну, подо... Отлично. И как в этой ситуации я с ними не буду драться? Bridge access override cut with blowtorch in emergency. Я не знаю, что. У меня нет blowtorch. Как это? Нет. У тебя есть blowtorch? Нет, у меня blowtorch. Сейчас, подожди секунду. Нету. Нету. Ты чуть-чуть занят, да? Ну так. Скоро освобожусь. Жаль, их сбросить нельзя. Один готов. Слушай, эти разряды электрические меня пугают реально. Херекно, херекно. В этом и смысл. Кто там? Прыгать, ползать. Ответ блоуторч. Почему? В общем, нужен какой-то блоуторч, которого у нас нет. Идем искать. Сейчас найдем. Да там вон дверь, по-моему, есть. Надо туда, наверное, зайти. Перепрыгнуть, то есть мы тут, может быть, и... Не, мы не перепрыгнем. Не, там все хитренько. О, дверь. И правда дверь. Ты очень... О, блоуторч. И патроны! 11 патронов! Ходишь. Бери блоуторч. А я взял патроны. Плюс 5 к атаке. Ух ты. Ну, покажи, как он выглядит у тебя в руке. Смотри. Он болтается там. Ну, это горелка вообще. Ну, такая. Да, да, да. Ну, блоуторч и есть горелка. Просто теперь мы это знаем. Хорошо. Нам подфартило. Круши ломай. Новые знания — это всегда прекрасно. Не-не-не-не-не-не-не, стой. Чё ты, правым кликом кликни. Не догадался? Попробуй. Догадался, на сам пробуй. А я вас... постою со стороны и буду тебе говорить: нет, 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 ты что делаешь? Ты левым бьешь? Что, с ума сошел? Ладно, да попробую. Да лупи давай уже, давай. Это может быть какой-то алмазный блок, а у тебя... А, видишь, я обжигаю. Ага. А у тебя кирка. Я нажал. Блядам, дергается. Все? Нет, нет, не все. Ну мы мост открыли. Буквально построили. Ты давай возьми в руки оружие. Да есть уже в руках оружие, все нормально. Его можно уже держать заряженным, все нормально. Не, я буду батоном бить всех. Батон. Так, за нами выехали. Я не уверен, что все это хорошо закончится. Жми. Ничего не произошло. Ну, потому что это главная консоль. Нам нужно сначала на башню сходить. А, гори! Гори, гори! Скотина! Ой, больно. Ну, сгорел он хорошо, знатно, быстро. На то и надо рассчитывать. Так, можем, в принципе, для ускорения процесса рычаги какие-то. Discharge Tower Prime, да это ты что сейчас сделал? Нажал на рычаг под башней, да? Кнопка и рычаг, да. Их тут двое, они плавятся. А! О, супер. Я горю! Ты, кстати, тоже, да? Я горю! Я горю, нет! О, фух. Эй! Че он так прыгает? Перестань в меня их откидывать! Рич! Рич! Да подожди, я бью с тыла, все хорошо. Так ты в меня их запуливаешь, ты что делаешь вообще? Ну ладно, занимайся потом, я там развлеку. Что значит занимай? Что значит занимайся? Ты меня убирать оставил одного здесь? Я разобрался. Нет, я всё. Делаю дело, подожди. Ты сколько уже отключил? Кнопка рычаг, второй. Второй, да, идем дальше.
Страшно! Да я хоть один нажму, подожди. Да, да пожалуйста, с барского плеча тебе. Дарую шанс. Учти правой кнопкой. Помнишь, правой и левой, правой. Готово. Давай, давай последнюю, последнюю. Еее! Теперь нужно использовать центральную консоль. Как-то, мне кажется, мы легко с ними разбираемся, да? Мне нравится это место. Да. Да. Ну. Да. Как проходит 5 минут без монстра, убийцы, то я себе кажусь всесильным. Шит. Наверное, пора бежать. Ну, вообще говоря, разрушать реактор идея. Я тебя плохо слышу! Плохая идея! Больше так не делай. Реактор успешно запущен. А, мы запустили, ну и ладно. Идем дальше. Пулинрод контрол. Да, 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 контрол рум. Это я умничаю. Предлагаю сходить. Пока, реактор. Сайкл. Почему-то направо. Так. Но мы вернулись обратно, да? Нет? Да. Почти. Ох, нифига себе, еды. Оно все равно не работает. Тебе дать еды? У меня 50. У меня 12, да, еды. Смотри, вот это вот вкусняшечка. На, вот так. Сухпай. А водички бы еще. Он же сухой. Слушай, а у тебя один батон остался? Лишний. Угу. Дай мне. Угу. Хоп. Вперед! Доставай свой бибип. Он не работает. Все еще не работает? Угу. О, тут надо использовать блоуторч. Окей. О, супер. Для эвакуации и контроля. Короче, это идеальная дверь. Нам туда. Да, но нам туда пока не попасть. Сейчас я выжгу здесь, подожди. Вперед. Энергии нет. Мы только что тут запустили такую махину. Непродуманная станция. Старая, наверное. Никого? Годов 80-х. Да, давненько построенная станция. Чё-то ни лута почти нет никакого. Это хорошо. Я не хочу нажимать пока на эту кнопку. Ну, так, стой. Да. Мы только что прошли так беспечно мимо этих комнат. Обрати внимание, тут комната, здесь комната, тут две комнаты. Какие комнаты? Двери просто. Я считаю это апартаментами. В тот момент, когда есть этот монстр, это апартаменты. В общем. Я оставлю эти двери открытыми тогда. Чтоб если что, быстро влететь внутрь. Выводы, да. Обрати внимание, при этом нас двое. Тут одна дверь, тут вторая, и там две. На счет три. Раз, три. Плохо считаешь. 2-1. Оу. Я понял. Так. Я пока пойду за коридором. Он недоволен. Пошел отсюда, я тебя не боюсь! Черт! Черт! Кого-то съели, по-моему, только что. Нет, пусть он съест сам себя, но он так неожиданно появился у меня прям в лицо. Я несколько шокирован, у меня мурашки. Как это же? Ты не слышишь, что происходит? Ты слышишь этот шум? Мои мурашки настолько большие, что просто отпадают уже от кожи. Ты бы не открывал двери. Я не знаю, мне кажется... нам нужно добежать до дверей вторых, нет? Не, он сам когда-нибудь уйдет. Ушел? Ну, тишина вроде.
Мой приборчик ничего не показывает, ребят. Ладно, я выхожу. Смотрим. Вот видишь, как классно, что мы подумали, прочитали заранее, заняли позиции и победили опять этого монстра. Победили. Это громковато сказано. Мы его победили. Его цель нас убить, а наша выжить. Мы достигли своей, а он не достиг своей. Mm. Поэтому победили мы. Если вы потеряете инструмент, вы можете попасть в ловушку навсегда. Пришелец может проверять некоторые места, где вы можете прятаться. Супер. Бип-бип работает? Приходите, открывать двери. Отлично, нет. Да. Есть, да. Ты же читай в чате. Твои слова. Я говорю быстрее, чем читаю. Или нет, я говорю быстрее, чем думаю. Ты обратил на это внимание, когда я говорил эту фразу, кстати. Угу. Очистить и открыть воздушный шлюз. Cooling Rod Control Center. Мы к этому готовы, да? Ты хочешь очистить и открыть? Естественно. Не хочу. Я нам сюда. Нужен ключ уровня 5. Охренеть вообще. Я не могу передохнуть сейчас. Так, все. Нам пока этого не нужно делать. Че, я умничаю-то? Я говорю, нужно. Нужно нам делать. Игра глупая. Не слышит меня. Это от того, что ты бежишь. Вперед. Меня только что в лицо вообще-то паром фигануло вот здесь. Ну ты стал красивее. Чище. Ну, чистота в данном случае... В общем, мы здесь были, помнишь? Вопрос. Что-то бипает чуть чаще, чем обычно. Нормально. Ладно. Пока что все хорошо. Проходим через огонь. Может быть, какой-то из них не тушим. Вдруг тут будут зомби... андроиды. Давай один если оставим. Не... О, все, проходим. А не пройдем. Вот же ж. А никак вообще не пройдем. Продуманные черти. А. Чего тут сюда поперлись? Вообще так. Никак не пройдем. Но я увидел пожар на станции. Как бы такие вещи тушить надо? Хорошая идея. Это станция, гиблое место. Ладно, идем сюда. В чем нет, сама тут, себя тут и... тупик. Слушай, куда? Какое уничтожим. Нас задание? Путь наверх к Cooling Rod Control Room. Помнишь, да? Была такая комнатка. Комната хранилища. Мы здесь все залутали с тобой однажды. Здесь? Это кабинет доктора Мартина. Угу. Ну сейчас найдем. Есть какие-нибудь следы того, где мы можем пройти? Наши следы есть. Натоптали. Все перевернули. На место не положили. Ричи первыми, только после вас. Благодарю за доверие. Откуда мы пришли и куда нам надо идти? То есть мы сюда пройти не можем. Мы потушили пожар, но пройти сюда не можем. Супер. Ага. Тогда пошли назад. Неблагодарная работа какая. У нас выбора нет. О, тут опять эй, какие-то вернись комнатки назад, странные. Вернись назад, куда? Назад, куда? Назад. Ну, как ты шел, наоборот, теперь, назад. Вот как я только что иди, шел. Иди. Эй! Там! Так, ну ты неплохо прячешься. И что там? Эй! Привет.
Пока. Тебе было приятно меня увидеть, да, где-то там? Шляющимся. Я просто такой иду, такой, о! Ты такой мимо просто, знаешь, ля-ля-ля-ля-ля. Пошел по своим делам. Да, у меня много дел. Карточка пятого уровня доступа. Ну, вообще, у меня же карта какая-то... А, это третьего. Фух. А то сейчас оказалось бы, что я... Может, где-то там в сундуках теперь есть? Черт возьми. Может быть, есть. Но отсюда мы пришли. Если я два раза третий, это не будет шестой? Нет. Не думаю. Ну, это совсем-совсем назад мы возвращаем. Это лифт, да. Рич. Что делать? Искать. Куда? Где? Ну, где-то есть. Ключик! Где ты? Я где-то так, по-моему, играл в Дюка Нукема. Да. Вот именно где-то так. Ну, я не понимаю, почему. Может, мы на баг с тобой нарвались, кстати? Может быть, мы могли бы? Ну, мы можем сейчас попробовать этот вопрос изучить. Рич! Поднимайся наверх! Не кричи так, балда! Балда! Поднимайся наверх! Идем, смотри, показываю. Мешаешь. Если мы заглянем в комнату... Хранилище это самое, да? Мы увидим здесь, что здесь есть, да? Огнетушитель. Огнетушитель, идеально. И используйте на консолях дверей, чтобы взломать. Короче, инструмент, который позволяет нам взламывать коды доступа на дверях. Чисто хакерский такой. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Не работает. Где был пожар? Да пожар-то мы уже того. Ну да, но того вручную. А так-то где он был? Здесь и был. Здесь. Давай. Упс. Ага. Это... Ух ты. Да, это закулисье. Туда лучше не заглядывать. А то разгадаем все тайны. Ну, я вообще не то использовал, кстати. Во. Да, я понял. Вот это клёво. Да, это было прикольно. Я чуть-чуть не тот инструмент использовал, все нормально. Ту-то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 . Я взламываю щиток. Пам-пам-пам. Такой веселый сварщик. После вас. Слушай, тут цветочки. Это, наверное, какое-то мирное место. Ты видишь, сколько цветочков? Ага, бибиб, достай. Ну, бибип. Все. Как-то спокойнее, знаешь. О! Под мирное тиканье. Забирай. О, сейчас Life что-то level. Будет. Готов? А то. Только вниз не упади. А что там? Не приветливо? Так. Где эта дверь? Хочешь спросить ты меня? Да. Она не там. Она вверху? Лифт где у нас тут был? Я вообще запутался. Я запутался здесь. Не, она внизу. Но где эти двери красно-белые? Красно-белые. Не здесь. Там мы потушили пожар. А, реально, все, вижу. Столько вижу, коридоров. Вижу. Все нормально, идем. Что ты видишь? Пойдем. Я вижу, что мы можем хотя бы походить. Это ты прикольно догадался, молодец. А что еще ты видишь, Ванга? А, карточка у тебя. Он возмущается. Я ему показал выход из положения, из ситуации. Завожу. Я тебя жду на той стороне. На той стороне это... Чего? На той стороне
реки смерти? А-а-а. Там кислота капает. Ты видишь когда это? Когда ты выражаешь свои эмоции как Герасим, а-а-а. Мне лично тебя хочется утопить. О-о-о. Так когда мы кислоту обошли так хитро, да? Хитрецы! Тебе видно, да, как я тут с так двух сторон одновременно делаю это? Да, я смотрю, ты уже приноровился. Подожди, у меня же есть штука, да, которая может взламывать... Понятно. А кнопки? Кнопки? Нам нужны кнопки. Нам нужны гарантии. Тихо, чтобы ты смог ориентироваться в этом туннеле и не заблудиться. Да. Так, тут закрыто. В принципе, логично, я бы того же требовал. Все нормально. Все в порядке, мы пока живы. Коридорчик, длинный коридорчик. О, кнопка. Вот слово «пока» тут... О, кнопка, то есть идешь, какая-то кнопка, давай мы нажмем ее. Ну давай. А у нас выхода нет. Вот выход. Тем. Так я ж кнопку нажал, да? О, мы пришли! Мы пришли! Еще по кнопкам понажимать? Нет энергии. Но power. Ну, жми. В общем... Тяну. Ясно. Давай. Энергия, видимо, идет откуда-то отсюда. Вот энергия, да? Когда ты нажимаешь... Давай чини. А вот это ты понял, да? Готово! Фух. А то я уже подумал, пришел к нам один... Эксостюнер. Ага, у меня есть такая штука. Ну хоть что-то полезное. Ха, хакинг. Хак саксесфуль. Ничего себе. А где ачивка? Я теперь хакер. Кнопки. Какой последовательности? О! Шкафчики. Кулин Рот Хэндл. Ручной или что? Еще Кулин Рот Хэндл. 4 штуки. Еще один Кулин Рот Хэндл. И еще один Кулин Рот Хэндл. Их просто типа вставить надо. Сюда. Нет, Кулин Рот Хэндла. Раз. А, ты все позабирал сходу, я так да. Просто поставлю. Два. Смотри, как клево. Три. Четыре. Прям волшебство. Погнали! Превращение. В шаттл. Я же не размялся. В шаттл. Нам же не сюда, нет, нет. Помнишь, куда бежать-то? В шаттл. Ты такое спросил. Сейчас нам покажут. Пар, темно, темно, пар. Покажут. Я вижу, как они нам показывают. Сюда. Сюда. Показывают. Пустите меня. Ой-ой. Сюда. Откройте. Неизвестный организм. Пар. Неизвестный видишь? Организм в шлюзе. Где хуже всего, туда и бежишь. Давай за мной. Какой-то неизвестный организм в шлюзе. В шлюзе. Ну, видимо, нам придется сражаться. Кстати, дверь была открыта. Черт. А че ты пошел тогда сюда? Твою мать! Ух ты! Он там, да? Вон там, стоило держать все-таки прибор включенным. О, я в лифте. Очень удобно, умирай. Давайте познакомимся с чужим. У меня спокойно, он работает хорошо. Он уже с тобой знаком. Он все о тебе знает. Пип. Пип, я жив. Ты я жив. О, супер. Я жив. Ты туда пошел вообще? Но я пошел, он появился. Вон он. Я его в космос выбросил, Рич! Рич, я его выбросил в космос!
Идеально! Он сидел в шлюзе, и я просто открыл шлюз и в космос его к чертям. Ну, Рамон, это просто... Я крут, да? Просто прям вообще... Я лишился слов. Благодарю. Короче, стоит поменять костюм, наверное. Так, ты идешь со мной. Вот, вот, ты идешь со мной, ты... А ты костюмы видишь? А то у меня пусто. Хорошо тебе. Ну да, вот они тут висят вообще-то. А, у меня свеженькие есть. Шмоточки с собой. Так, все, одеваем шлем. Я специально одевался с запасом. Не Идем. Мусори, это же космическая станция. Речь мы сделали это, мы избавились с тобой только что от пришельца, и теперь мы эвакуируемся. Так же, как он? Дружище. Тогда чему мы радуемся? Нет, он не так, как он. Смотри, у нас тут есть целый шаттл, располагайся. Здесь кофе варится, здесь есть PlayStation. Вот. Ух ты, все, все, ладно. Я даже сниму, наверное, свой шлем. Расслабимся малость. Шкафчики, все дела. О, и тут есть кнопочка и надпись. Escape! Сейчас, подожди, я нажму Escape. Сиденье? Не, все, хорошо. У меня меню появляется игровое. Не работает Escape. Не понял. Мы не можем... Это была глупая шутка, которую ты не понял, потому что она слишком глупая. Вы наконец-то сбежали с USS Агура и... Окей. И у нас еще есть шансы? Мы вернулись к себе на этот, давай, Чарли. Давай вспомним подобные фильмы и поймем, что, скорее всего, мы сейчас... Эй, Чарли, как долго корабль протянет? Через пару минут взорвется. Дайте мне секунду, и я впущу вас, и мы сможем вместе посмотреть на фейерверки. Эй, а что случилось с той штукой, которая охотилась на вас? Я ее вообще фиганул в воздушный шлюз. Мне кажется, так разговаривает мой персонаж. Отличная работа. Ну, а вот и я теперь вас впускаю. Быстрее, пока не начались фейерверки. Умелец какой. Пошел бы с нами, да потом бы. А вот об этом и был разговор. Все фильмы заканчиваются именно так. Конец. Спасибо за то, что играли. Окей. Это была лошадь. Я в последний момент успел заметить, что это была лошадь. Скелетон на конь. Итак, друзья, спасибо за то, что играли. Для меня это значит очень много. Не забудьте оставить комментарий о том, что вы думаете по поводу этой карты. Друзья, это сейчас уже к вам обращается. Оставляйте комментарий под видео. Было бы... если вы хотите узнать прогресс о грядущей карте Payday 3 Gamers Christmas Adventure Map, или хотите узнать о том, как работает эта карта, отправляйтесь на сайт minecraftmapworkshop.com и расскажите, если вы хотите делать свою приключенческую карту, делайте! Поддерживайте сообщество живым. Ксандр 369 и Чарли 309. Большое вам, ребят, спасибо за эту замечательную карту. Как твои впечатления, Рич? Что скажешь? Я скажу, что они заставили меня просто поразиться. Ясно. Рич был впечатлен этой невероятной картой. Он сказал, что эти ребята его впечатлили, что он просто вне себя от восторга. Просто... Что это... Я сейчас, знаешь, кого отыгрываю? Я сейчас отыгрываю персонажа. Помнишь из пятого элемента? Ты типа Корбан. Я Корбан, да. Да. Ну, такой же лысый. Хорошо было. Друзья, большое спасибо, что смотрели этот выпуск. Мне лично карта очень сильно понравилась. Мы с Ричем пережили незабываемый экспириенс. Мы впечатлены. Расскажите... Впечатлен, да. И вы нам. Понравилась ли вам карта? И хотите ли вы больше карт прохождений с Рич Маквудом и МДЖ Рамоном? Ждем ваши комментарии. Рич. Я жду. Как будет все? Все будет лысо.
Меня зовут Джеромон, и мы здесь закончили. Пока.